Japs. Nikita, your cards please. Nikita shows King 6 of suits. So once again, Andre with two Japs is our all-in player. Top please. And the flop is Queen 4. Nikita has a pair of kings and is ahead for the moment. Turn please. Turn is a 3. The final card, please. Ah, the final card. А, да, кстати. Сейчас будем слушать официальную речь от турнирных директоров. Слушаем, смотрим. Как мы с вами, у нас 7 деньгах, мы продолжаем обычные раздачи. Обращаю внимание, что дилер, если у вас за столом был all-in и call, обязательно зовем Флора. Итак, мы продолжаем. Сергей все и сказал за меня. Мы продолжаем. Только что на этом столе лопнул бабл в драматичной такой раздаче. И в игре 127 человек. Все они в призах. Минимальная выплата 5100 УЕ. 1 УЕ это 60 рублей. И мы двигаемся дальше к финальному столу, к победителю, который заберет более полумиллиона долларов. И это все главное событие европейского покерного тура в Сочи. Работаем дальше.